Но вот когда рядом с нами проскакал всадник, ну такое жуткое состояние, честно говоря. Сила от него. Как от танка. Просто я представляю, как раньше, вот если когда были одинаковые. Вот он, всадник. Прям сила такая. Вот там мечеть, кстати, сними. И, по-моему, я с дрона ее маленько взял. Но зарядился наш дрон маленько. Снимал? Проезжаем мы по Замбай. И делаем круг. Мы проехали Усть-Каменогорск, Мамай-Батыр, Баяш-Утепов, Алгабас, и потом вернулись в Базанбай. И теперь едем в Уланское, правильно? Ну да, Улан или Уланское. Улан, да. Отсюда здесь 28 километров. И потом через Молодежный, он же Касым-Касинов же называется? Касым-Касинов, да. Да. Потом через Молодежный приедем в город Усть-Каменогорск. А мы с тобой как-то подъезжали же туда, там по той дороге, по нижней. Вот просто разрушить, да видите, как легко, да, вот построить потом, ребята, ой, невероятно сложно. Это касается вообще всего в этой жизни. А у тебя навигатор? Да. И что, какая? Кигова. Кигова? Кигова. Спасибо. Ну вот заброшки снимает тоже. Там за красивое здание. Так самое интересное, красивое здание, а рядом заброшка. Может, лучше на месте заброшки, чтобы интерьер не портил. Заборы вот такие некрасивые. И вот по поводу заброшек, знаете, что мне пришло в голову? Посмотрел недавно фильм «Начальник разведки», он недавно только вышел. Советую всем тоже посмотреть. Как там из парня, ему там лет-то было 30 с чем-то. Сделали, правда, начальника разведки, и он с 39 по 46. Через 200 метров поверните направо. Спасибо. С 39 по 46 действительно командовал практически всей резидентурой. Руководил операцией «Снег», когда с помощью провокаций. Поверните направо. Не, мы повернем направо. Смотри, надо там в другую сторону. Ты уверен? Прямо 28 километров. Ну, вот, конечно, это там в другую сторону. Вот. Может, он Фитин, он родился в селе Ожогино Илуторовского района. А мы сейчас, вернее, не мы сейчас, а Наташа любит смотреть гусарихи с Илуторовска. Ну, они вообще с Казахстана, с Рудного переехали. Ну, не важно. И самое интересное, как все взаимосвязано. Их закрыли во время революции, закрыли в сарае, выводили по одному и били кувалдой по голове. Страшно, конечно, но о чем? Все, наверное, видели эту кувалду. Я думаю, откуда эта кувалда? Потому что экономили патроны тогда. Белогвардейцы, что характерно, а потом красные их освободили, поэтому, естественно, он стал за красных. Но самое главное, что в этом фильме еще интересного, что технически всегда наша разведка, естественно, была отсталая от западных разведок. Потому что телефонограмму
о наступлении фашистском в 22 июня. Это могли перехватывать только англичане. И, естественно, резиденты английские передавали вот это нашим. Наши не могли перехватывать телефонограммы. Не было оборудования.